тебя в детстве было столько разных болячек, не считая волос, конечно. Глаукома. Ну, может, это из-за нее. У меня было родимое пятно на полулице, которое пришлось вводить лазером, и странные глаза. Странные глаза? И спортом тебе приходилось заниматься в... Я понимаю так, что я был самым странным мальчиком в школе, и друзей, наверное, у меня было немного. Но, видимо, Бог посмотрел на меня и сказал, тебе нужна помощь. Дал мне гитару, и это сработало. И вот ты здесь. Да. Вторая половина моей жизни гораздо веселее первой, и мне это нравится. Потому что половина моих популярных одноклассников...